Сочи считается одним из последних городов, где закрывается летний легкоатлетический сезон, ведь на курорте до сих пор относительно тепло и солнечно. Участники марафона уже прибывают на курорт. Дмитрий Измаденов из Нижнего Тагила примет участие в забеге во второй раз. Для него марафон – приятное хобби. Вообще это здоровый образ жизни, ну и, как говорится, закаливает характер, с одной стороны. Ездим практически со многими в разных, и в Санкт-Петербурге выступаем, в Перми, Екатеринбурге, Казани, Перми. Ну, очень много марафонов проводится у нас в Российской Федерации, так что желающие, кто бегает, они рады даже этому, что здесь это все проводится. Столица зимних Олимпийских игр постепенно становится и местом притяжения спортсменов летних дисциплин. В Сочи за год проходит серия легкоатлетических забегов. Это нравится гостям города, а жители поддерживают спорт. Я за то, чтобы люди занимались спортом, активным отдыхом и радовались жизни. Все, что хорошее, доброе, прекрасно относимся. Когда мир, дружба, любви. И добрые занятия для здоровья. За спортом вся наша будущая жизнь, и поэтому это правильное решение. Нужно бежать, нужно собираться. Вот. А Сочи – это олимпийская столица, поэтому мы за спорт, мы еще в туризме работаем. Мы многие спортивные мероприятия сами организовываем, поэтому наше отношение к спорту позитивное. А отношение к перекрытию улиц – это также позитивно, потому что жители делятся и на те, которые пешеходные жители, и на машинах. Поэтому уважать нужно мнение тех и других. Перекроют дороги 5 ноября с 7 утра до 16 дня. Движение транспорта остановят по центральным улицам Несебрская, Орджоникидзе, Черноморская, Курортный проспект. От пересечения с улиц Черноморской до Ривьеры, Горького от ЖД вокзала до гостиницы «Москва». Задействованы будут также Воровского от пересечения с Курортным проспектом до пересечения с улиц Парковая до Конституции. При этом проезд организуют по выделенным полосам от улицы Черноморской до Яна Фабрициуса, от проспекта Пушкина до Учительская, от Первомайской до улицы Горького. 5 ноября на территории города Сочи будет проходить всекубанский марафон, в связи с чем в центральной части города будет ограничено движение. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, к водителям, к пешеходам, к жителям и гостям нашего города об минимизации использования личного транспорта и отдаче приоритета использования общественного транспорта. Кроме того, целый ряд автобусов до 16 часов изменит схему движения. Подробный список маршрутов можно найти на нашем сайте fkt.com или на сайте администрации города. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.